Японское искусство. Более 60 юных муромских спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Владимирской области по кабудо. Помериться силами в наш город съедутся борцы из разных городов. За тренировкой наблюдала Юлия Казакова. В переводе с японского кабудо означает «старинный воинский путь». В Муроме этим видом спорта занимаются относительно недавно, около 5 лет. Но и за это время кабудо приобрело немалую популярность у муромской молодежи. В этом виде спорта можно отработать реальные боевые ситуации, которые можно применить в бою как в спортивном, так и на уличной. В уличной драке, которые иногда могут спасти тебе жизнь. Были моменты, когда хотелось закончить, но все-таки я собрался, продолжил тренироваться, не сдался. И это помогло мне. Восточными единоборствами увлекаются как мальчишки, так и девчонки. Только в их подготовке акцент ставится не на контактные бои, а на приемы самообороны. Я участвовала в соревнованиях в различных городах. В Иваново, в Муроме, в Арзамасе, в Рязани и во Владимире. Наравне с мальчиками заниматься не очень сложно. Спортивные состязания в стиле древних искусств боя с оружием всегда завораживают своей зрелищностью. На каком-то дне города увидел показательное выступление. Папа решил меня отвезти. И мне вот понравилось. До сих пор хожу. В основном первые, вторые места. Почти во всех соревнованиях. Усердные тренировки – это только половина успеха. Побед в соревнованиях юным спортсменам помогает достигать в том числе их личностные качества. Качества самые важные в этом виде спорта – это такие, как трудолюбие, упорство, победа над собой. Потому что даже выйти на поединок – это своего рода победа. Уже в это воскресенье более 60 наших борцов встретятся на татами со спортсменами со всей области. В 10 часов во дворце спорта АК пройдут чемпионаты первенства Владимирской области по кабудо. Юлия Казакова, Александр Барсуков, Новости Муром.